каждый ответит, каждый ответит. Конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Пойдите в театр «Современник», на вечеринку в том кино, в таких местах всегда вы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак», «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросили у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует мистер Рок, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Наверное, каждый отпитит, каждый отпитит. Конечно, Вася, 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 ну кто его не знает, Вася, 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 стиляга из Москвы. Весели, ребят, сейчас мы сделаем маленький реверанс хозяйки фестиваля, Лайме. Все то же самое, только вы поете погромче, конечно, Лайма. Остальное беру на себя внимание. Спросите у любого парня в этом зале, ты у девушки спросите вы любой, кто нам устроил рандеву на фестивале. На это каждый ответит погромче, ребят. Конечно, Лайма. Добавим, ну кто ее не знает, и еще разок. Лайма, хозяйка рандеву. Здоровья, удачи, финансовых успехов, любви.